Ребят, всем привет. Привет, привет еще раз. Опять трансляция, опять я веселюсь. Кстати, знакомьтесь с моим оператором. Алексей Махов. Он будет самым лучшим оператором в мире. Ну, я бы так хотел. Ребят, как у вас дела? Чего вас всех дернул? Сейчас 20:29. Сейчас нужно разыграть конкурс. Леш, ты бы там бы потише был. Ага. Вот, сейчас нужно разыграть конкурс. Победитель выбирает или 500 тысяч рублями, или 1 700 000 в земле. Нормально все, 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 привет, привет, привет. Так, ну что, свидетели, как обычно, диванные эти, драчуны, никого нет из них. Эй, свидетели! Короче, я в офисе, посмотрите, кстати, кто здесь есть. Тут есть Костя Дзюс, баночка Energy Diet. Представляете? Ой, как страшно. Видимо, Костя продает некачественную продукцию, рекламирует. Здесь партнеры Mercedes-Benz, как бы тоже они вписались в эту тему, Energy Diet, которая типа, ну, очень некачественная. Знакомьтесь, что здесь еще? Денис Семенихин здесь, который тоже рекламирует не очень качественное питание. Ну, ржака. А вот, кстати, люди, которые создали эту сетевую структуру, это сетевой бизнес. Дмитрий Хохлов, основатель, он, ну, короче, самый крутой мужик. Так. Итак. Ну что, как вы знаете, я создал паблик ГОСТ, в котором всего 156 подписчиков и всего 161 репост. Так. Смотрите, да, сейчас 20:31, все, больше репосты больше никто не делает, я сейчас, о, 163 репоста. Итак, каким предложением мы будем отбирать победителя? Скажите, каким предложением? Я сейчас включу рандом. Рандом. А, кстати, дай-ка документики. Кстати, вот, сейчас вам покажу. Это, Леш, помоги мне, пожалуйста, документ достать вот этот. Что все-таки ничего это. Не, вот отсюда из файлика я беру. И вот эти тоже два достань, пожалуйста. Итак, это все барахло. Итак, какой у меня здесь, вот он, паспорт транспортного средства, ля-ля тополя, вот мой хаммер. Категория С, ля-ля тополя, организация изготовитель Соединенные Штаты Америки. Это, ну, это тот хаммер, который типа Цацулин у меня типа выиграл, но по факту нет. И по поводу земли, пожалуйста, свидетельство о государственной регистрации права, ля-ля тополя, кадастровый вот номер 47070479001552. И второй кадастровый, то есть это, смотрите, охранная зона газопровод площадью. Сейчас. Вот, это на 10 площадь, 10, ну, короче, 10 соток. И второе, это точно так же, земельный кадастр тоже рядышком, он идет 47070479001551. И площадь его 11 соток, ну, короче, 12 почти. Короче, вот, что я вам хотел сказать. Документы у меня все здесь для победителей. Только победитель решит, что он хочет выбрать. Итак, помогайте мне, ребят. Я вот выбрал, каким приложением мне выбрать. Говорите. Вот это первое, второе, третье. Выбираем, какое. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, какое? Третье, второе, третье. Давайте, кого больше сейчас будет, тем. Выбиратель. Хорошо, выбиратель. Выбиратель. Во! О, тем же самым, что и у Бруталия, правильно? Нормально будет? Нормально? Сколько? 4 звезды. Тип-топ? Ну? Выбираю. Так, выбиратель. Ага.
Ссылка на надпись. Итак, смотрим ссылку на надпись. А, где мой паблик любимый? Так, а где? А вот ГОСТ. Вот мой паблик. Вот он так сейчас называется, ГОСТ. Итак, вот он репост. Вот он репост. Копируем ссылочку отсюда. Копировать. Приложение выбирать сейчас сюда вставляем. Так, а что такое? Запустить приложение. Сейчас, секунду. Вот, ссылка на надпись. Количество победителей 1. Выбрать. Константин Волков. Константин Волков. Я тебя поздравляю. Теперь пиши мне сообщение, что ты хочешь. Так. Ты, пишу ему, ты выиграл. Выиграл. Что ты хочешь? Что ты хочешь? 500 тысяч рублей или землю стоимостью 1 700 000 рублей в Белоострове. Спрашиваем, отправить. Так, о, кстати, мне, кстати, Костя подарил, подарки дарил тут мне. А теперь я ему подарок, представляете, как круто. Итак, Костя. Константин Волков, да, вот Константин Волков, вот, ты выиграл, что ты хочешь, 500 тысяч или землю, ой, ошибочку сделал, стоимостью 1 700 000 в Белоострове. Алло, Константин, я тебя жду, Константин. Ждем ответа Константина. Нет, победители. О, прочитал. Костя прочитал. Что он хочет? Нет, это не шутка. Нет. Погоди. А, ну ладно, ладно. Пускай выбирает. Хорошо, сделаем так. Даю тебе время подумать. Действительно нужно подумать. Даю тебе время подумать. Хорошо, ребят, дадим. Подумать до 1 апреля. Апреля. Окей. Вот, даю тебе время подумать до 1 апреля. Окей. Да, конечно. Так. 1 апреля, Константин, молодец. Значит, дальше, сейчас, погоди, перископ включи, ему скажу, перископ включи. Так, включил, сейчас включил. Его нету, установи. Ты в прямом эфире. Эфире.
Да. Ну ладно. Так, ну что ж, вот он, Константин Волков, вы знаете его ID. ID я вывешу. Так. Да что такое? Все нормально. Леш, подержи телефон, у меня что-то он глючит конкретно. Я же помню, что все глючит нормально, нет? Итак, ребят, по поводу конкурса, пожалуйста, у меня все документы здесь. Что-то свидетелей просились, 50 аж человек, ни одного нету. Где вы, мои любимые диванные боксеры? Где вы вообще? Когда дело касается уже действия, вас никого нет, только на словах. Гораздо, блин, в интернете писать. Короче, всем спасибо, кто меня поддерживал. Всем спасибо. Спасибо Константину Волкову. Спасибо вам, ребят, спасибо, что помогали мне этот конкурс сделать. И что еще? Сейчас я монтирую ролик. Стоп. Сейчас я просчитываю ролик финал. Короче говоря, покажи тогда сюда. Да, я сейчас покажу. Ребят, мой ответ Цацулину, вот он уже монтируется, он уже готов. Осталось только его просчитать и выложить на канал. Осталось его просчитать, выложить на канал, и все, сегодня ролик уже будет в сети. Ну, как вы думаете, если я здесь свое слово сдержал, то интересно, Хаммер выиграет ли Цацулин Хаммер? По-моему, ни хрена. Итак, сегодня вечерком заходите ко мне на канал, скоро будет видео. Все, ребят, пока-пока-пока-пока. Обожаю вас, обнимаю. Всего доброго.